Как мы помним из очередной серии украинского сериала «Сердце матери», Людмила с Иваном решает взять опеку над ребенком. Людмила выбирает именно Настю. Супруги начинают сбор всех необходимых документов. Ася приходит в детский дом и знакомится с Настей. Они сразу друг другу нравятся. Правда, Насте достается от ребят. Дети начинают ревновать, что к ней столько внимания. Одна из девочек ее больно щипает, после чего остаются следы. Воспитательница спрашивает, кто это сделал, но Настя не сдает свою обидчицу. За это дети начинают ее уважать и больше не обижают.